простого народа. Он еще и торговец какой-то. Продает рабов. Но нам пока это не надо. Про шахтеров он ничего не знает. Вход в башню. Блин. У кого же спросить? Кузнец. У меня мало времени, так что давай скорее. Женщина-кузнец. У нее, кстати, тут есть чем поживиться. Стрелы отличные. Что-то я раньше не знал про этот магазин. И лук у нее есть. Вот эти стрелы нужно купить. Также у нее неплохая броня. Довольно редкая. Но она, конечно, не для нас. Я не знаю тут шахтеров, которые добывали бы яйца. Может быть, у Савиль и Майна, торговки рабами, есть кто-нибудь похожий на продажу. То есть нам предлагают купить рабов. Использовать их для работы в шахте. В общем-то, это в духе Моровинда. Рабов у нас продают. Где-то здесь я видел. Вот. Сегодня у меня нет шахтеров на продажу. Вашему вниманию предлагаются следующие рабы. Эсбакка, самец Хаджит. Манилиан Сиериус, самец Империи. Минилас, самец Босмер. Киралинд, самка Альтмер. Джабьер Маник, самец Бретон. И Давина, самка Ритгард. Ну это, конечно, круто. Но мне нужны шахтеры. В общем-то, это, видимо, те самые рабы, которые стоят здесь внизу. Давайте с ними пообщаемся. Что-то этот квест я не очень хорошо помню. Самцов оставим в покое. Спросим у теток. Про шахты никто из них ничего не знает. Так, а это не раб. И что, мне надо будет работать на яичной шахте? Да, это лучшая новость, которую мне довелось слышать за последние черт знает сколько месяцев. Я знаю, где находится Шурдан Раплай. Встретимся с тобой там. Деньги были потрачены не зря. Я докажу тебе это. В смысле? Типа я его купил, что ли? Ну, эти никто ничего не знает про шахту. Давайте поговорим еще раз с торговкой. Это как раз вот новая возможность, которую я ранее не встречал в игре. Несмотря на то, что думал, что исходил тут все вдоль и поперек. Даже в одном из видео я заикнулся, что нет возможности купить раба в игре. Давайте спросим. К примеру, вот у нас Хаджит, Имперец, Босмер, самка. Самку купим. Заинтересовались изящными рыбынями. Киралинд стоит столько же, сколько и все остальные, 1000 золотых. И небольшая цена за такую редкость. Рабыня Альтмер. Теперь ваша, ее вытащат из ямы рабов, и она будет ждать вас внутри. Надеюсь, вас ваша покупка не разочарует. Ну-ка, ну-ка. Ну и что? Раб 4-го уровня. Что с ней делать-то? Освободить. И все? Нет, ну это не то, что я хотел.
Еще раз спросим про рабов. Теперь ваша. Бретон Рингард. Стоит 1000 дрейков. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Что-то я не понял. Ну вот наша рабыня исчезла, оставила только наручник. Видимо, ушла куда-то по своим делам. Говори. Вот этот типка что-то говорит про то, что он хочет работать в шахте. Но почему-то в дневник когда запись не добавляется. Ну да ладно. Чего ты хочешь? Не будем долго тут заморачиваться. Одного мы наняли. Так, не сюда. Теперь нам нужно излечить матку от мора. Для этой цели нужно вернуться в Балмору. В общем, конечно, возможность купить раба присутствует в игре. Но, к сожалению, этот раб просто тупо идет за тобой и все. Смысла в этом нет никакого. Через Тельмору, видимо. То есть он будет ходить вот так вот голышом, пока его не убьют. Просто. Я так понимаю. Садрит Мора. Здесь воспользуемся божественным вмешательством. Идем в гильдию магов. Через гильдию магов в Балмору. Заодно смотрим нашу крепость, которую нам построили якобы. Как у тебя дела? Так что у нас здесь? Да. Не очень удобно она расположена. Из Балмора приходится идти пешком. Я думаю, что когда закончу полностью строительство, там поставлю метку, чтобы вернуться возвратом. Пока что придется бегать. Шахта, которую нам нужно посетить, находится на том берегу. Вначале осмотрим крепость, потом пойдем в шахту. Такой довольно сиротливый домик. Поместье Ритан. Тут у нас живут какие-то НПС. Торговец. С 400 золота. Еще один. Ну, вот здесь полезный торговец. А что ты продаешь? Давайте полюбопытствуем. Так,
такое не покупаю. Такое тоже. И такое не покупаю. Может быть, одежду? Нет. Нет. Непонятно. Все эти контейнеры мы, я так понимаю, можем использовать. Ну а вот, собственно, и наша комната. Здесь у нас в подарок некоторые зелья. Это все наше. Здесь мы все можем брать спокойно. Книжки. Почему-то закрытые сундуки. И вот нам предлагают эбонитовые дротики тоже в подарок. Эбонитовые стрелы, отмычки. И меч какой-то отстойный. А нет, эбонитовый. Зелье восстановления здоровья. Закрытые сундучки мне не нравятся. Сразу говорю. Сейчас я пока здесь ничего менять не буду. Когда полностью отстрою, наведу здесь порядок. Пока что идем отсюда. Скромное такое жилище, надо сказать. По сравнению с тем, к которым я привык из модов. И здесь нам нужно переправиться на тот берег. Растет акробатика. Это радует. Где-то здесь должна быть шахта. Если я не ошибаюсь, где-то в этой стороне. Какая-то шахта. Да, это она и есть. Сохранимся. Несмотря на то, что шахта вроде бы как наша, но монстры, тем не менее, будут нас атаковать. Судя по легенде игры, опять же, эти монстры запоминают запах шахтеров и поэтому их не трогают, а чужой запах они воспринимают враждебно. Давайте попробуем для разнообразия захватить чью-нибудь душу. Где наш ножик? Ну вот, 150. Мелкая душонка фуражира Клама. И вот матка. Матка поражена мором. Но на нас она не нападает. Поэтому мы воспользуемся приобретенным свитком. Вспомнить бы еще, как он называется.
вроде бы мы исцелили матку. И путем вмешательства Альмсиви возвращаемся в Балмору. Доложим о том, что мы выполнили квест. Прошу прощения, немножко не сюда зарулил. Теперь ваша крепость помогает дому Хлалу в делах и торговле. Я отдам распоряжение приступить к следующей стадии строительства. Снова работает. В общем-то, мы все правильно сделали. Крепость строится дальше. А мы, наверное, на этом сделаем перерыв. Я благодарю всех за внимание. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. И всем пока.